Данила Корнилов, номер 31. Защитники Кирилл Дмитриев, номер 3. Команды капитан. Вратарь Артемий Брючков, номер 73. Защитники Никита Димитров, номер 62. Сева Сельков, 29. Александр Кулагин, 61. Встреча стартовала хоккейного клуба «Сочи». Возглавил как раз Вадим Владимирович, и это была первая для него игра здесь этот сезон. Ударно здесь тащит Корнилов. Соли прорыв Монахову не удается. Теперь позиционно Выдренков. Неплохо вложил бросок Корнилов. Хорош контроль у мытищенцев. Второй раз в этом периоде. Подолгу держит. Дальнейший розыгрыш. Шайба оставлена. Зеленин пошел вперед. Наброс. Это гол. Это не наброс. Залетела шайба. Смотрим повтор. Зеленин бросает и, по-моему, переправлял Ефимов. Ну, во всяком случае, там он активно сыграл прямо перед ближним. Вторая пятерка Атланта. Держит шайбу. Вот так вот прошел через всю зону Панин. И потом бросок все-таки. Плешков на 1 января 2021 года. 5-2. Тогда Кращинский и Смирнов забрасывали. Из тех, кто сейчас играют, Кулагин, Зиновьев и Самойлов. За Атлант, Мюллер и Бакшаев. Их сейчас в составе нет. Здесь неплохо. Широко шагая. Фол это будет, безусловно. В полном составе капитал. Здесь под бросок ложится кто-то из тубинских хоккеистов. Наброс следует. Захар Миц это был. Атаку нет, не попадает. И уже лежа Захар Миц отправляет Василькова. Васильков обыграл всех. Вадренков. Где бросок? Димитрову отдает. Дальше Димитров тоже ближе к воротам. Неплохо в касание. Лосев низом. Дальше добивание. И неужели это не гол? Нет. Плешков за воротами. Поаккуратнее надо. Там втроем мытищенцы пошли. Опасный Юзбащан. Здорово разыграли капитан. Что делает? Нельзя так. Нельзя играть возле своих ворот. Могли наказать мытищенцы. Шевцов проходит через центр. Захару Мицу. Здесь Самойлов уже вышел. Смена у капитана. Самойлов разворачивается. И гол! Егор Самойлов все сделал сам. Самойлова. А это концовка. К сожалению, не увидели. Вышел он буквально вот только-только через бортик. Перемахнул. Но это тот самый момент с голевым броском Егора Самойлова. Спасибо режиссеру. Время быстро, штрафное время пролетело, уже полторы минуты минуло. Борется Афанасьев, Крицын выкатывает, опасно добивание к Плешков. Лосеву удается с шайбой зайти, перед ним Шуленин. А здесь опасно могло быть, нет, Лосев тоже и в этом эпизоде хорошо сыграл. Не дал Шуленину убежать. Зато Уткин с шайбой. Здорово. Дальше Сумин. Момент. Хорошая быстрая атака. С подключением 1-1. Напомню, Ефимов открыл счет. Самойлов за капитан его, соответственно, сравнял. Самойлов один из лидеров, кстати, лиги. Количество победных голов. Но сейчас пока шайба позволила сравнять. А здесь дотягивается Корнилов. И вновь через арбитра Ковалев. Жесткая передача поперек в своей зоне. Тем не менее, подключил Дмитриева он. Защитник Атланта зашел. Дальше Некрасов. Перехват. И это выход 1-1. Васильков. Столько моментов. Решит или нет? Нет. Это должно быть наказано Булитом. Реализовать ни один не удалось. Но вот сейчас заслужил он свой штрафной бросок. Мягко вкатывается. И переигрывает Корнилова. Неистовство на трибунах Ступинской арены. Алексей Васильков. Смотрим на рад с болельщиком. Они как раз именно этого от Василькова и ждут. Вот здесь перекладывал. И в домик. Залетает шайба между щитков. Прямо в калиточку не успеет. Дальше Квон. Вновь Шуленин. Обратно защитнику. Принимает Шуленин. Выцеливает и... Впрочем, они могут выиграть. Почему бы нет? А здесь Монахов бросает на добивание. Хороший момент. Шевцов один. Там под воротами Корнилов сражается. А вот теперь можно и помахать руками. Все к этому шло. Две драки, но одна уже прекратилась, а вторая продолжается. Машет Белов как молотом и укладывает его хоккеист капитана. Белов на льду. Белов на лопатках. Захар Миц.
порадовал болельщиков. Аплодисменты. Но самое главное для Атланта уже ничего не поможет. А здесь спасение Плешкова. Все ждут победы. Последние секунды. Атакуют мутичницы. Завел шайбу Ефимов. Пустые ворота. Должна залететь. Вот это да. Катилась она. И это было не быстро. И можно было бы ее догнать. Здесь что нам режиссер показывает? Да, Кулагин вот так вот с разворота, с удобной руки. И схитрился. Александр и Кулагин. 37-й набран очко. И теперь уже победа. Нет, все. Звучит сирена под аплодисменты. Капитан выигрывает со счетом 3-1 благодаря голам Самойлова, Василькова и Кулагина. Первое место серебряного дивизиона завтра уже. До новой встречи.